прошлую среду при проведении земляных работ на улице Краснорядской рабочие обнаружили и при помощи экскаватора извлекли из земли старинные весы длиной 2 метра. Фотографии, сделанные на месте находки, тут же облетели все социальные сети. Ну а рабочие поспешили сообщить о найденных коромысловых весах в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Сотрудники музея весами заинтересовались. Это так называемые мраморно-сторонние коромысловые весы. Состоят они из металлической полосы, вот самого коромысла, державки, которая расположена перпендикулярно к ней. У державки имеется этот вертлюг, круг, который подвешивался к потолку помещения, где проходило взвешивание товара. И на концах коромысел имеется по крючку. На один конец навешивался сам товар, на другой конец ставились гири, с помощью которых можно было определить этот вес. Имелось здесь также небольшая стрелка, которая, к сожалению, она здесь утрачена. Предмет действительно ценный. Во-первых, это довольно крупный экземпляр так называемых коромысловых весов, которые применялись для взвешивания крупногабаритного товара. Мне хотелось бы поблагодарить вот этих людей, которые позвонили, то есть проявили сознательность, они заинтересовались этим предметом, почувствовали, что он необычен, интересен и имеет какую-то определенную ценность. Ну а во-вторых, на весах сохранились надписи, благодаря которым археологи знают, что сделаны они были в городе Касимове. Здесь же указаны инициалы мастера и, по всей видимости, дата их производства. Проблем с датировкой у ученых не возникло. Благодаря надписям становится ясно, что сделаны эти весы были в 1817 году. По всей видимости, вот таким необычным образом, выходом на поверхность, они решили отпраздновать свой 200-летний юбилей. В ближайшем будущем сотрудники музея планируют выяснить имя мастера, который в 19 веке создал эти весы, провести их реставрацию. И тогда они займут достойное место в коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.